Алекс, да, вроде? Алекс Рид, да. Оу, май. Ты че, охуел, что ли? Ты сейчас скачешь, понял, Беляш? Вот это вот пидерсы. Я его... Вот, вот. Тихо, тихо, не быку. Я ему только сказал, что у него пидерский байк, и все, он сразу кулаки в бой, все дела, я вон лежу, вообще шевелиться не могу. Ну, я, собственно, забрал. Бросал вот это дело, денег много ходит. Да, бывает. Да я так, изредка, как она, знаешь, постоять, потрандеть. Как-то да, тоже вариант. Когда одна за другой, так, конечно, и пачка уходит. Но... Ну да. Сигареты тут дорогие. На, я охренел просто. 35 баксов за пачку. А как давно в штате? Ну, скажем, где-то недели полторы-две. Ну, неплохо. Я пока первую неделю. Чем вообще думаешь заняться? Чем умеешь вообще, в принципе? Стрелял пару раз в тире с пневмата. Не знаю, огнестрел пока не доводилось, но как бы ручки-то чешутся. Ну что, охранникам тоже неплохо пострелять можно иногда. Ну да, это конечно плюс. Только еще лицензию надо получить. Опа! А вот расскажи это мне про это поподробнее. Тебе нужно пройти медобследование у психолога в больнице. Это 3 или 4 тысячи стоит. Неплохо. Это раз. Потом тебе нужно пройти в тире подготовку. Это тоже около 1000 стоит. Потом тебе нужно ехать в ПД, получать саму лицензию. Это тоже около 3-4 тысяч стоит. Да. Соответственно, чтобы купить оружие, стандартная берета 9-миллиметровая стоит 7500. Плюс... Я понял. Плюс каждый патрон, единица патрона стоит 17-20. Да. Дешевле себе на тачку накопить. Мне это встало почти в 20-ку. Ну, будем собирать тогда. Недельку поработал и как бы... Ну, я поработал недельку, я купил себе и права, и все, что можно. Так что и лицензии, и оружие у меня все есть. Сейчас за недельку живут. Давай удачи. Которую я предложил, скажем, моему шефу бывшему, возможно, нынешнему опять. Все непонятно. Возможно, все это двинется, скажем так, в частную военную структуру перевести. Интересно. И, возможно, тоже понадобятся люди для этого. Ну так, ты если что, там запиши мой номерок. Да, вот, давай. 389-91-94. Алекс, да, вроде? Алекс Рид, да. Так, ну я тебе тогда смс-очку скину. Может, продиктуешь? Ну, этот телефон древнейший. Так, как подписать? Джейсон. Короче, в итоге, что если люди понадобятся, обращусь. Возможно, обязательно, да. Там, возможно, и так разнорабочие понадобятся, типа, на карьер, знаешь, там, как добывать минералы всякие. Да, понятно. Как подработочка. Да и как подготовка пойдет, как бы. Ну, да, так. Ну, признайся, доставляет удовольствие убивать? Ну, как тебе сказать, ой, блядь. Ах ты, блядь, карманы долбаные. Ну, как тебе сказать? Ну, когда это, скажем так, как приказ, то что остается? Автомобиль. Она стояла. О, братиш, что? Здорово, брат. Чё, как? Её, видимо, толкнул кто-то, и она укатилась. О, здорово, родной. Здорово. Так что... Как там в стрип-клубе? Отдохнули. Ведь гипс подснял. Не тебя тут щемят, брат. Поэтому я а то мы поможем еще. Не, все нормально. Простите моего, так сказать, работника. Ладно, что, есть что свести, подымем, что у вас тут происходит. Да я баскетболист, зачем мне диджей? Я в НБА в следующий год пойду на драфт. Йоу.
О, пацан, в куртке вообще нормально шот. О, повидал, видал, а? Ну так, я тебе говорил, на танцы ходил. Смотри, что могу. Опа! Смотри, что я могу. Оу, май! Опа, опа, всем копам, проезжающим по дорогам. Ого, ты там осторожней. Май. Братец, ну чё ты при людях-то жопой вертишь? Давай там это, нормальную сделай, движ. Танец живота давай, а? Умеешь так? Приедет, пристроит, как в тюрьме тебе. Давай еще подруби какой-нибудь причило, вообще нормально, сейчас застелим рыбчины с тобой. Ну ща посмотрим, что можно. Оу, май. Оу, май. Сам не ожидал, как бы он вырвалось, прости. Оу, е! Давай. Так, сейчас, секунду. Давай. Ну сейчас скажу цифры, доставай трубу. Так, да, пишу. Пытаемся с братом вечерину закатить, так что если что, набирай. Лорел, да, братан? Я Лоуренс или просто рыба? Че, раскидал циферки, да? Да, готово. Тебя-то как зовут, дружище? Алекс, Алекс Рид. Алекс. Если что, контач будем здесь на связи. Да, окей, без проблем. Ходите на номерок нам. Там, да, если что. 389. Мусора, тихо. 91-94. Махни. А как звать тебя, красавица? Эмилия. Красивое имя. Спасибо. Я, если что, Джейсон. Эмилия. Джеймс. Mm-hmm. Очень приятно. Если что, все зовут меня Джей А. Джа. Ну я Лоуренс, если что, рыба, можно просто. А для своих можно, Эмили? Ну а я не знаю. Все, Эмилия, ништяк тогда, если что. Че там, кто-то селфи, если хотел сделать, давайте чикаем. Ну давайте, да, замутим. Так, поднимите руки вверх. Оу, е! Все, защелкались. Все, ты там это, высылай, ребят, если давайте, что. Удачи, давайте, ребят. Вечером встретимся еще. Давайте, до встречи. Давайте, спасибо за настроение, спасибо, удачи. А чё, братан, ты же в такси работаешь, можешь кинешь нас до Грув Стрит, да, без... там дела, движуха. На Грув Стрит. Ух, ну поехали. Да. Поехали. Да там ну, ровно всё, не бойся. Рядышком оставить нас просто, мы окей, да. Дойдём. Да, чтоб пешком не шли. Эмили, если чё, на связи. Пацаны, Эмили поросла. Ну, пошел заливать. Ля какой. Братан, ты пока там этот. Покажи мне на навигаторе, чё куда. Чё-то тачка закрыта, походу, чё-то сейчас залез не могу. Открыл? Заклинил эту дверь. Ща минутку, чё-то руки-крюки. Че, опять руки свело, братан, давай. Ну да, что-то да. Не получается, ща. Ну, блин, ща, погоди, как, дружище, как я так не вечеринка? Могу понять, что с братом с моим творится. Да, ща, да, понимаю. Может, пусть он там... Ты че, старый, поплыл, что ли, совсем вообще? Да че-то вообще, все, блядь. Пусть он ляжет немного, поспит, мы подождем. Ща, братиш, минут. Или вон Эмили, может, Эмили с нами поедет. А? Да не знаю, но что. А, ну сейчас секунду узнаю. Против, на гроб с нами поехать, поможет. Секунду узнаю. Эмили. Да я видел, что ты его тронула, мой мопед. Ты в него врезалась. Эй, братан. Проблемы. Че? Че ты мне сказал, у меня проблемы? Не лезьте в них в чужие разговоры, понял? Что случилось? Она давай, расскажи мне. Ну где, в какой мопед? Вот у Колымагу. Я до него даже не доехала. Его давно на свалку пора.
Тише, ты что, ты сейчас, сейчас в хайло получишь, понял? Может, встретимся в менее людном месте? Я тебе покажу, кто получит. Да приезжай на район, приезжай, давай. На район, на район все крутые. Слышь, девка, отойди, а. Я бы просто где-то там влез, знаешь, чтобы далеко тебя не вести. Ты чё, охуел, что ли? Ты сейчас скачешь, понял, беляш? Она мне бабок должна за то, что в мопед мой врезалась. Я ничего не трогала. Какой мопед? Так что я тебе ничего не должна. Смысле, дружище, тот мопед стоит $5, блин. Что тут за херня ходится? Я не знаю, мне вот этот паренек в очках не сильно нравится. Сейчас братишку позвоню, позову. Давай, давай. Братан. Ты же понимаешь, у нас тут много как бы. Че? Как там насчет инстинкта самосохранения? Кто парагозит здесь? Я не знаю. Да вот этот вот в дредах. Я? Ты. Че, какой вопрос, братан, у тебя вообще? Говорит, что я тронула его байк. Где его байк? Вон вот он сзади. Вот это вот ты дерсишь? Я его... Вот, и я о том же. Ну ладно, тихо, что ты не портишь? Ты что, тихо, не быкуй, братан. Боже. Вы что, серьезно? Угомонитесь, Олег. Что случилось, мужики? Мужики, слышно, пошли? Да. Боже. Да подожди, что случилось, все, мужики. Своих бьют! Все, буйного угомонили. Вы что такое, ё? Скорую вызови, братан. Вызываем, братан, вы что, вы что? Кануло на меня, бля, а? Еще копов вызывать, я заявление писать. Вызови копа, да, там. Вызываем, мужики, вызываем. Вы что, что тут произошло-то? Что случилось, а? Я ему только сказал, что у него пидорский байк, и все, он сразу кулаки в бой, все дела, я вон лежу, вообще шевелиться не могу. Ну, я, собственно, за братишку вступился. Да, сука, я вас троих, блядь, уложил, гандоны, блядь, без руки, нахуй. А чей мотик? Тише. А он ну, что, убежал, что ли? А. Да вот он лежит, куда он убежал. Вот это его. Я-то на него не кидался, как бы. Кстати, потише, мужики, чей мотик-то? Кто владелец? Вот его... А. В оранжевом? Да вон там же мосек какой-то. Его я не знаю. Вот он сзади, вот его владелец. А, мужики, ну вообще, конечно. Вроде 21 век, ему все через кулаки не уделяют. Ну чё он быкует в натуре? Я ему ничего такого... Да, братан, он на улице родился. Да мы тоже на улице, но ё, ну тут зачем драться, раз на раз бы вышли за гаражами, ну как да мужики. В натуре чё он я ему предлагал. Ё, если вас дворы воспитали, вы никогда не будете на улице драться. Сейчас мой брат подъедет, ты ещё вообще пообщаемся, еще денег будешь должен так быковать. Да, ты же кил, успокойтесь. Сейчас побазарим с тобой, дружок. Ты, блядь, трепуси нахуй. Мы ты сейчас на этом мопеде поедешь на руле, блядь, руль в жопе будет, так почему? На. Так, а офицер, мы должны так, там как свидетели или что? Отойдите. Всем отойти, не подходите ко мне. Мне не подходите. Оставаться на своих местах. Что произошло, сэр? Ну, прибежала девушка, сообщила, что есть драка, так сказать. Это большая, так сказать. Тут куча, они так. Конфликт ночь произошел, конфликт. Да, а, они изначально? Тут всю ночь, как, отдыхали, нет, да. Музыка громкая была, да. Я вот наблюдал за этим, а потом вот, видимо, что-то не сошлись во мнении. Я могу объяснить, что произошло. Я могу. Сейчас разберем. Всем оставаться на своих местах. Офицер, извините, отвлекаем, у нас просто дела, мы должны как в виде свидетелей выступать или нет? Поможет кто-нибудь, у меня голова кружится что-то сильно вообще. Да, у меня просто дела, мне уезжать надо, мне там дети ждут. Так, кто свидетелем был, что произошло? Ребята, я свидетелем был. По очереди. Вообще, ладно, давайте я начну, потому что мне уезжать надо, мы едем. Вот, не подходите. Да, хорошо, не волнуйтесь, офицер, едем с Карлом вот на скутере, видим тоже драка, трое дерутся. Мы подлетели, мужиков разняли и начали обсуждать, в итоге кто-то кого-то обозвал на скутер, они загасили дело. Сэр. Ой-ой-ой, как страшно, ё! Что происходит? Понятно, так, мэм, ваша версия. А, изначально я была на такси, вот мой автомобиль. Вон. Этот парень, что лежит, вот. А, что? Подошел ко мне и сказал, что я задела его байк. А, вот он стоит.
Но я его даже не трогала. Он просил с меня деньги. За меня заступились, и они начали драться. Сейчас, одну минуту. Офицер, смотрите, пока потерпевших, кто лежит у нас снизу, пострадал. Из команды не делайте резких движений. Да, меня что-то контузило. Подними еще в красном, пожалуйста. Спасибо, док. Кому плохо, пройдите еще вот в наше отделение. Вы можете двигаться самостоятельно. Если хорошо, да, да, могу. А на четвертый этаж, да? На четвертый этаж, да. У вас там лифт есть, да? Я тут по лестнице не смогу. Нет, тут вход лестницы. Сэр, пойдите за мной, сидите, я вас подвезу. Что? Нужна еще? Вы откройте мне дверь. Да, пожалуйста, выходите. Идите на стойку приемную. Да, да, да. Док, может быть, я сразу... Займитесь, пожалуйста, оформлением, у нас еще много. Может, я сейчас сразу страховку куплю? Здравствуйте. Да, да, да. Страховочку вам надо? Да, я сразу куплю страховку, и там как бы уже все это по этой страховке, весь набор как бы. Так, значит, вам медицинскую страховочку на сколько? На неделю, на месяц? На неделю. С вас 400 баксов. Так, да, хорошо. Так, подойдите сюда, пожалуйста, дайте ваши документы. Сейчас. Так, извините, такой вопрос, вас случайно не лечили вчера, травма носа была? А, да, было дело. Да, все верно. Док, можно как-то побыстрее, а то мне нужна помощь. Так, все, сэр, вот держите ваши документы, я вас записал. Да-да-да. Так, а по оказанию медпомощи? Так, обратитесь сейчас к этому сотруднику, просто мне сейчас немножко занят. Хорошо. Медик. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, да, да. Качку, мне бы медпомощь оказать. Пройдем. А, вот. Угу. И сейчас я... Мазу, что там будет 35 долларов. Да. Проходной двор. Я слышу, Алекса. Кто ты? Кратко. Хоть туда идем, а то меня вчера один интерн так завел. Мы всю больницу обошли. У меня сил нет. Нормально. Йоу, док, мне поможешь ты? Че, вам тоже, да, оказать? Ну помощь? Да. После драки, да? Да. Слушай, братишка, Присажи. Помнишь это? Нам, короче, нужно вызволять наших. И запаковали.